Хорошо, друзья, давайте мы перейдем к 8 главе, да? Посмотрим, что говорит нам 8 глава. Вот, то есть в 7 у нас остались еще какие-то вопросы, где-то там что-то какие-то, где-то какое-то непонимание. Мы потом, скорее всего, вернемся туда. Мы с вами это говорили. Да, да, да. Вот сейчас мы переходим в 8 главу, и давайте мы прочитаем всю 8 главу по 3 стиха. Давайте начнем, Даниил, с вас, раз уж вы новенький. Да, сейчас я открою, я просто тоже буду читать с телефона. Угу. Так. Если есть рядом компьютер, я вот рекомендую вот этот вот сайт biblezoom.ru. Отлично, там переводы греческие, подстрочные, морфология. Сейчас они еще сделали экзегетическую справку, но она местами, конечно, совершенно левая. Но тем не менее, местами очень помогает. Пользуйтесь. Так, вот, я открыл 8 главу. Да, Откровение, 8 глава, и давайте по 3 стиха. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса, и видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиана, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. Ольга. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Давайте мы здесь сделаем паузу, попробуем посмотреть сразу. Итак, первый и второй стих говорят нам о том, когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. То есть продолжение событий, которые происходят на небе. Снимаются семь печатей из книги, да? Стоят семь ангелов перед Богом. Им дали семь труб, чтобы трубить, да? Как вы думаете... Опять же, когда трубит ангел, что это может символизировать, что это может говорить, что это может... Мы знаем, что ангел, да, ну, буквально перевод слова ангел означает вестник, посланник, да? Мы знаем, что ангелы, они передают определенную информацию от Бога. И когда им дано семь труб, и мы знаем еще о том, что ангел самого Иисуса Христа говорит голосом таким, как бы трубным, да, то есть громко очень. Вот. То есть ангелы... У меня мнение по этому поводу не из книги, поэтому я его оставлю пока. Да, давайте пока только из книги, да, то есть только из книги. Если есть какие-то соображения, то есть очевидно, что... Трубы будут использоваться для того, чтобы услышали нечто люди, которые живут на земле. Не будут же ангелы трубить только на небе, как вы думаете? Есть у нас стих, который говорит о том, что люди услышат звук этих труб, те, которые на земле живут? Говори. Я выключу, говори. Я микрофон выключу. Меня не слышат. Нет, нет, мы вас слышим замечательно. Меня слышно? Да, очень хорошо. Я просто так же думал, что я выключил микрофон. Ну хорошо, давайте мы бог с этими трубами разберемся потом. Дано семи ангелам, значит, семь труб, вот чтобы они начали трубить. Безмолвие на небе. И пришел иной ангел, то есть это какой-то восьмой ангел. Вполне возможно, что когда мы здесь видим вот это выражение «иной ангел», может быть, это тот же самый ангел, который в 7 главе также назван иным, да, которого была до этого золотая печать с именем Бога, да, который он запечатлевал, 144 тысячи. Сейчас у него золотая кадильница. Возможно, это другой ангел, мы не знаем. Но он называется также иной ангел. Перед жертвенником с золотой кадильницей кладет он в эту кадильницу множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник пред престолом.
Здесь у нас появляется один из образов, который тоже очень много где используется, то есть это фимиам, благовония какие-то определенные. Это символ молитв. То есть, когда люди молятся, когда они обращаются к Богу, для Бога это как благовоние, как аромат, который ему нравится, да, то есть, что люди обращаются к Богу. О чем, как вы думаете, молились вот эти святые? То есть, о чем вот эти вот молитвы? Помните? Молитвы все они о спасении душ. Помните, мы проходили? Нет, у нас был даже стих. Это у нас 6 глава, да? Сейчас, одну секундочку. 10 стих, например. «И возопили они громким голосом, говоря, доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Вот. «Даны были каждому из них одежды белые», вот эти вот святые как раз люди. То есть они просят, молят Бога о том, чтобы наконец-то восторжествовала справедливость на земле, да? Конкретно отмщение за их пролитую кровь. Отмщение за их пролитую кровь. Когда мы читаем Вавилоне, 19 глава, там они придут хвала за то, что он достал это на Вавилоне. Да, совершенно верно. То есть это конкретные молитвы о том, чтобы Бог произвел свой гнев, то есть произвел суд над теми, которые проливали кровь святых, да, те, которые поносили всячески братьев и так далее. То есть тех людей, которые обладали Божьим Словом, на них были всегда во все времена гонения, были проблемы и так далее. В определенный момент... То есть, по сути, это те люди, которые скрывают истину. По сути, это те люди, которые борются против истины. То есть святые молятся о том, чтобы вот этим людям Бог излил все то, что для них предназначено. То есть провел суд над ними, отмстил за все, что они сделали против истины и против братьев. То есть вот так. Вот, молитвы. И смотрите, что делает этот ангел. То есть сначала он эту кадильницу кладет туда, вот этот фимиам, который символизирует с молитвами. И вознесся, 4 стих говорит, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом. То есть Бог вот эти молитвы вдохнул, да, услышал их всех. И, ну, опять же, это символика, как мне кажется, это не говорится, а просто о дыме там, фимиама. Вот. Вознесся этот дым фимиам. Потом он взял эту кадильницу, наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. То есть в 5 стихе, как мы видим, вот этот вот гнев Божий, он наконец-то изливается. То есть молитвы услышаны, гнев Божий изливается, огонь, который символизирует, опять же, вот этот гнев, он идет на землю. Происходят голоса, громы, и молнии, и землетрясения. Все эти образы мы знаем, что они связаны с событиями судного дня. Да, последних времен. Дальше. Вот это вот все то, что произошло, оно у нас начинает более подробно развиваться. То есть описываться, что происходит в этот момент после того, как Бог... когда огонь с жертвенника падает таки на землю, наконец. Давайте читать дальше, с 6 стиха, Елена. Большая гора, пылающая счастье, изверглась море, и третья часть моря была скрыта. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Даниил? Да, по этому поводу, я думаю, следующее. Это тот момент, когда, значит, ну, извергается вулкан из горы. Вот. И, скорее всего, в этот момент происходит и землетрясение, поскольку вулканы извергаются.
И гора уходит под воду, и уже такие как бы случаи геологи как бы описывают, что есть вероятность того, что горы уходят под воду в результате сейсмической активности, а также смещения значит, материков, которые в разные времена, от как бы вот этого цикличного события, о котором мы сейчас говорим, оно как раз-таки приводит к тому, что часть суши уходит под воду, а часть подводная и как бы поверхности поднимается над поверхностью воды. Возможно. Вот, давайте мы дочитаем 11. Именно вот этот момент. Да, 11-12 стих дочитаем, чтобы мы могли вот рассуждать о вот этих событиях четырех труб, потому что они как раз заканчиваются на 12 стихе. Итак. Имя сей звезды – полынь, и третья часть вод сделалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, третья часть луны, и третья часть звезд, и что затмилась третья часть их. И третья часть дня не стала, не светла была, так как и ночи. И видел я... Все, давайте здесь мы сделаем паузу. Да. То есть, попытаемся разобрать. Четыре ангела поочередно трубят. Что символизирует собой вот это вот трубление? Мы понимаем, что ангелы – суть духи, да? Труба – это суть того, что что-то громко очень говорится, громко очень исходит от ангелов, да? И мы видим, что происходят на земле события, ужасные события, да? Где погибает треть всего. То есть начинается там треть травы там и так далее. Потом падает гора там в море и так далее. И все такое прочее. Потом падает звезда. Мы понимаем, что звезды не падают, да? Но здесь у нас об этой звезде говорится. Имя сей звезде полынь. Полынь переводится как горькая, да? Горечь. И третья часть вод сделалась полынью, многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькие. Опять же, смотрите, вот у нас... Как еще раз переводится, я прослушал, как перевод? Полынь означает горькое. То есть, горькое. Да, это ну, слово, которое совпадает, что полынь, что горькое по-гречески одинаково. Ну вот горькое это один из семи, между прочим, как бы вещей, семь вкусов, которые есть, да, вот. Человек, он в кулинарии, да, опять же, и всего лишь семь, как семь цветов есть, которые делают все цвета, а также семь различных вещей могут создавать огромное количество, бесконечное даже количество самых разных вкусов. Вот как бы горький, это один, как, ну, как сладкий, вот горький. Да, здесь мы видим, что горький, он ассоциируется с тем, что эта горечь, она убивает. Смотрите, и многие из людей умерли от вод. Почему? Потому что они стали горьки. То есть эта горечь, она убивает. Вот. Это, скорее всего, тогда получается, если рассматривать это вот как... Ну, вот я рассматриваю это все как вот, если события, как бы они как были бы. Вот что бы могло бы упасть в качестве звезды, значит, на землю и испортить реки так, чтобы люди... Ну да, да. Реки, здесь и... мы опять сталкиваемся с той же... С одной и той же проблемой будем сталкиваться на протяжении всего изучения книг Откровений. А именно, то есть, когда мы читаем, например, о том, что вот первый ангел вострубил и сделался град и огонь, смешанный с кровью, и падали на землю. То есть, мы начинаем себе представлять эти события, и у нас есть вариант. Первое. Самое очевидное, это вот оно произойдет конкретно, вот буквально так, как написано. То есть град, вот эти вот градинки, да, вода застывшая, огонь и кровь с неба начнут падать на землю. Ну, буквально это не нужно воспринимать, это нужно... Ну, нет, ну подождите. Вот у нас есть как бы то, что написано. То есть мы изучаем в первую очередь то, что написано. Иногда бывает, что текст, он говорит о себе вполне буквально. То есть это не нужно его отметать, это толкование, оно очень много в каких случаях совершенно не подходит. Вот здесь вот с 7 по 12 стих, да, мне кажется, что тем не менее нам придется все-таки опять же толковать образы. То есть... Ну, я могу сказать, что я думаю по этому поводу. Там же до этого жертвенник и так далее.
Скорее всего, это возможно, что это извержение, очень мощное извержение, когда огромное количество, значит, извергаемых, так называемых огненных вот этих вот камней, которые горят, они действительно как представляют из себя, как, ну, мантия, да, вот она вырывается, да, и оно там тоже описано, что и дым при этом очень серьезно идет. То есть мы видим извержение вулкана, когда оно когда происходит, то действительно может идти действительно огненный дождь, вот такой град. Вот. Но град, он имеется в виду, что такие большие, как бы, огненные вещи. Не обязательно, что это заморожено. Ну да, может быть, это не заморожено, да. Но... Потому что вода и огонь как-то очень сильно тяжело представить себе, как это. А вода не одновременно огонь. То есть, скорее всего, что... А еще сложнее представить, а еще и кровь, то есть, как вот она вот туда попала, да? Потому что красная мантия... Да, возможно, для страстки, да, для страстки, возможно. То есть, просто для того, чтобы как показать, что это... Ну, потом мы читаем во втором... От одной трети живых существ, которые в этом же море. Может быть, от одной трети, ну да, здесь говорится, да, пока что про часть деревьев, травы зеленые и так далее. То есть, живые существа пока не задеты в первой трубе. Да? Ну... Если мы так вот буквально как бы говорим, мы пока что вот смотрим дерево и зеленая трава. 8 стих. Второй ангел вострубил. И большая гора, пылающая огнем, низвергается в море, и третья часть моря делается кровью. Ну, опять же, кровью имеется в виду, что вырывается кровь. Это может быть не обязательно кровь человечества, это может быть кровь земли. А кровью земли может быть как раз-таки это мантия, да, это магма. То есть, когда... И взрывается эта гора, когда она растекается, и лава прям начинает течь по морю, и это как бы кровь. И в этот момент, естественно, все кипит, все бурлит. Теперь смотри, то есть море, если мы представляем вот, ну, планету нашу, вот, Землю, да, мы знаем, что 75% Земли покрыто водой. То есть это мировой океан. А для того, чтобы, скажем так, убить в океане треть всего живого, да, это должно быть очень-очень большое серьезное событие, которое ни одна из известных гор не способна. Но тем не менее, вполне возможно, что будет у нас какая-то другая гора, или это будет какой-то горный массив, или это отколется континент, или еще что-либо. То есть, если мы, опять же, смотрим на это вот с точки зрения геологии, да, то как это может произойти вот, в видимом мире, скажем так, то это должно быть нечто катастрофическое. То есть это просто. Это не просто какой-то вулкан. Для этого недостаточно никакого вулкана. Это должно быть что-то сверхсерьезное. Вот. Потому что вся наша суша, все, что мы знаем, все наши эти там континенты, это всего лишь четверть поверхности Земли. Для того, чтобы треть моря как бы убить, это. Я не знаю, то есть, что должно произойти. Ну хорошо, умерла треть одушевленных тварей, живущих в море. И третья часть судов, написано, еще погибла, да, то есть того, что плавало в море сверху. Хорошо. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Теперь смотрите. Мы знаем, что наши реки и наши источники вод, они примерно равномерно распределены по поверхности всех континентов. И даже если мы предположим, что вот эта вот большая звезда, ну, звезда настоящая упасть не может. Вы понимаете, да, звезда это вот Солнце, представляете, что на Землю упадет. То есть это может быть какой-то там, ну, предположим, да, метеорит там или там еще что-то такое, да. Но опять же, любой удар метеорита, любое падение, оно несет в себе достаточно локальный характер. То есть так... Нет, я тут не соглашусь. Метеорит, если он имеет определенный размер, определенную скорость, то речь о том, что только треть Земли, это невозможно. Вся Земля погибнет и достаточно быстро. Ну да, то есть... То есть это ученые доказали. Это если большой метеорит, реально большой, да, который имеет размеры, я не помню точно, что-то около диаметра больше 4000 метров, этого будет больше, чем достаточно, чтобы уничтожить всю планету. Ну да, здесь надо, чтобы он попал на третью часть рек и источники вод. То есть, ну, как бы это физически, это, ну, просто нереально. Ну, значит, вот. Он каким-то образом распылился и... Да, может быть, распылился. А он именно расщепился на большое количество мелких частей и упал, покрыв одну треть Земли. Да, возможно, возможно. И потом все вот эти вот...
останки этого метеорита, возможно, опять же, попали в воду, да? Вода заразилась, стала горькой, люди ее пили и умерли треть. Ну, вот треть земли, треть земли, это реально очень, вот если так посудить, взять, допустим, ту же землю, разделить ее каким-то образом на три части, ну, грубо говоря, там, как, ну, яблочко распилить и так далее, это довольно-таки значительная территория. Это огромная территория, да. Континент. Да. Это сразу же, ну, несколько континентов будут. Несколько, да. Ну, просто, чтобы сразу представлять как масштабы. Действительно. И дальше мы идем, 12 стих. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца. Это еще интереснее событие, да? И третья часть луны. И еще интереснее событие. И поражена третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночь. Тоже третья часть не была светла. Друзья, давайте я выскажу сразу свою позицию. Я не воспринимаю эти стихи буквально. Ну, как бы это... Это что-то другое. Навряд ли это вообще как-либо связано с какими-то там событиями, вот, ну, такими космическими. Скорее всего, о чем идет речь? О чем идет речь? Божья кара над третью всего живущего на Земле. Все живущее на Земле, сама Земля и так далее. Земля – это образ, опять же, это вот мы, люди. Да? Вот над всеми нами будет определенный суд, так что третья часть, она просто-напросто погибнет. Все вот это вот, вот все, что написано, как трубят ангелы, как вот это вот все, то есть море, опять же, море, мы знаем, в некоторых частях используется как образ языческого мира, да, вот, что, возможно, какой-то вот языческий мир начнет воевать там и сделается кровью, потому что, ну, начнутся вот такая какая-то паника или какие-то вот, начнут друг друга там убивать. Не знаю, что именно произойдет. Гора, иногда бывает, она идет в смысле царства, в смысле какого-то государства. Да, мы знаем, что горы, они используются в том числе. Да? Например, Израиль, там гора Сион, там, или в книге Даниила используется у нас образ тоже. Град, огонь, смешанный с кровью, у нас идет, скорее всего, символика из 10 египетских казней схожие, да, то есть вот все вот эти вот 4 события, они очень нам, вообще говоря, напоминают, ну, вот то, что происходило с фараоном, да, то есть какая-то казнь, какое-то наказание для людей. Вряд ли говорится о буквально, что вот это вот произойдет вот так, вот и так, вот так. Но суть, основная суть вот этих вот стихов в том, что 4 ветра, 4 голоса от ангелов, да, мы помним, что еще вот у нас там, да, были там еще 4 ангела, были ангелы, которые держали там, ну, им нельзя было вредить до того, как поставят печати и так далее. Придет на землю каких-то 4 духа, какие-то 4, возможно, идеи или еще что-то, я не знаю, как именно это произойдет, и начнется с большая заварушка, в которой погибнет очень большое количество людей. Разрушатся какие-то идеологии, разрушатся... Не на духовном, а все-таки состоянии. Я думаю, что это произойдет и на физическом, и на духовном. Это либо война, либо события, которые произойдут на Земле, ну, допустим, действительно, либо гора уйдет под воду, да, либо это образное что-то. Да, да, скорее всего... Но на физическом уровне. Да, то есть речь идет о том, что ангелы, они трубят с небес, да, то есть это начинается с духовного, всегда, любые заварушки, которые вот у нас, например, есть какая-то война, начинают там, скажем, фашисты с коммунистами воевать, сначала у нас два духовных зверя, назовем их так, потому что есть определенные идеологии, которые друг с дружкой враждуют, то есть определенные какие-то там войны происходят на небе, мы знаем, да. Сатана там борется с ангелами Божьими, там мы в дальнейшем будем тоже проходить, как именно Сатана повержен в конце концов. То есть здесь, скорее всего, вот эти вот 4 трубы, это будет приход какой-то, ну, истины, опять же. Истина, она всегда приносит меч на землю, то есть она приносит разногласия. И будут люди, которые где-то что-то вскроется, где-то что-то откроется, начнется какая-то заварушка или еще что-либо, я не знаю, что именно. То есть тут все так не истолкуешь. Но
известно, что это будет очень большой урон для всего. Возможно, какие-то государства разрушатся. Да? То есть, вот, возможно, гора тут государств. Возможно, какие-то идеологии разрушатся. Мы знаем, что воды, да, символ вод, это символ слова, да, от чего люди питаются, духовное питье. То есть, часть из них как бы умрет. Да? Возможно, опять же, если тут так вот толковать образы, то есть, можно уйти очень далеко. У нас нету, я смотрел, я пытался найти какое-то конкретное толкование этих образов в книге Откровений. К сожалению, ни на звезду полыни у нас нету. У нас нету четко, чтобы было сказано, что символизирует в данном случае поражение третьей части Солнца, третьей Луны и третьей части звезд, за исключением, там вот у нас есть, что сатана третью часть звезд захватывает с неба, роняет на землю, это 12 глава, да? Ну, тут есть связь, я связь четко конкретно увидел. Ну, раз полынь падает и покрывает третью часть земли, скорее всего, что в момент падения она накрывает не то, но она создает некие условия на этой территории, где она упала, при которых не видно солнце, соответственно, для земли, третьей части земли, солнце не видно, и луны не видно, и дня вообще не видно, и становится темно. Да? То есть, возможно, скорее всего, вот в этот момент, когда, ну, вот нам то, что рассказывают, да, всевозможные апокалиптистические такие события, например, там, как вот падает, например, там, я имею в виду апокалипсис в смысле не прихода Иисуса Христа, а апокалипсис, как имеется в виду события страшные, да, как конец света, а-ля конец света. Вот, и в этот момент, как бы, нам описывают, что если, допустим, упадет комет какая-то, да, то пыль на земле поднимется таким образом, что затмит все солнце, и люди вымрут просто тупо от холода, потому что, грубо говоря, не будет солнечного тепла, который дает людям тепло и свет для самых примитивных жизненных циклов, которые происходят. То есть не будет происходить фотосинтез в растениях, растения не растут, ну и, соответственно, по этой причине и происходит то, что люди там погибают в результате. Да, возможно, то есть, возможно, как бы, если мы, опять же, если мы возвращаемся к буквализму, то, да, мы можем здесь как бы натянуть, посмотреть, что, о, да, возможно, это все вот произойдет именно так. То есть, на определенной части Земли не будет видно солнца и звезд, да, то есть, мы можем воспринять это, что, ага, это третья часть есть. Вот, другие же люди на планете, там, скажем, с другой стороны, они будут видеть солнце и звезды нормально. Может быть. То есть, я никогда не исключаю буквальное толкование по одной простой причине, потому что мне нечего предложить. Я бы его с удовольствием исключил, если бы у меня... По этому тему, так, как бы тоже, если буквально воспринять, есть еще один вариант. Хорошо. Не тот вариант, где солнце затмевает небо за счет пыли земной. У солнца происходят определенные циклические события. Они тоже происходят в результате определенных тоже каких-то космических влияний, которые влияют на нашу звезду. И периодически уже были такие события, когда Солнце, значит, оно на огромную часть Солнца покрывалось темными пятнами, причем очень значительно быстро. И если так предположить, что одна треть Солнца вдруг прекратит поскольку эти темные пятна, они не, как, ну, грубо говоря, из них свет не исходит, да, и треть Солнца не будет, грубо говоря, светить, соответственно, это отразится на Луне. Каким образом? Точно таким же. Луна — это же зеркало. Окей, ну, это хорошая теория, но как оно отразится на звездах? Луны тоже не увидим в результате этого. Да, на звездах как отразится это? Не состыковочка. Здесь, то есть, да, опять же, можно очень много фантазировать на тему буквального толкования, и можно очень много фантазировать на тему образного толкования. Давайте мы вынесем из этой главы то, что мы можем, ну, с достаточной уверенностью сказать только, да? Вот из этих вот стихов мы видим, что звучат четыре трубы, с неба исходят это звучание, да? Ангелы говорят через эти трубы. Это провоцирует какие-то определенные события, в которых наносится очень большой урон, то есть треть, говорится здесь много раз, это подчеркнуто, всему тому, что живет на Земле. Вот мы как бы вот то, что мы извлечь смогли совершенно четко, мы можем делать различные догадки, додумки или еще что-либо, но
поскольку у нас нету стопроцентного отвеса, по которому можно сказать, ну да, действительно, вот это вот так вот так. То есть мы сейчас как бы оставляем мы это опять же. Только исключительно на книгу. Мы да, мы опираемся только исключительно на книгу. Мы не опираемся сейчас ни на дополнительные источники, ни на собственные какие-то фантазии. Вот. То есть нам у каждого из нас есть, конечно же, определенный внутренний голос, который ту или иную позицию нам подсказывает. Да, у меня он один, там, у Даниила другой, у Лены, там, третий, у Ольги четвертый. Вот. Но мы стараемся сейчас изучать книгу Откровений такая, какая она есть. Вот, то ну есть... тогда давайте смотреть, там есть что-нибудь про полынь, конкретно описывается, что это... Про полынь, например, мы можем узнать, что... Давайте так, слушайте. Да? Давайте так, вот 13 стих мы дочитали, а он же как раз подчеркивает итоговые чертанки. Да, мы его будем... Я слышал одного ангела, летящего посреди неба, говорящего громким голосом, более более живущего посреди неба, как он встретит философ, трех ангелов, которые будут встретить. Здесь... Предупреждение... При всем при том нашем толковании, буквально, но это, в принципе, разницы никакой нет. В любом случае, какие-то события вот этого космического масштаба будут обязательно. И не суть важно, каким образом и что. Главное, я здесь вижу, это этапы суда на Земле, который еще не кончился. Это вот четыре тупы, а дальше будет... Горе, живущим на земле, от остальных трех. Да, у нас еще впереди три трубы. Да, от этих четырех мы видим одна треть победа, а от остальных трех труб на голосов, особенно от последней, седьмой, там вообще семь чаш пойдет, а там вообще все будет победа. Так что вот это вот, как бы мы просмотрели один этап судного дня. Да, да, да. Совершенно согласен я с Еленой, то есть у нас здесь... Четыре вот этих вот ангела трубят. Мы видим, что они нанесли большой урон и так далее. Но это еще не все. К 13 стиху то, что могу добавить из, ну опять же, из подстрочника. То, что в подстрочнике не используют слово ангел, используют слово орел. Да? То есть и видел, и слышал я одного орла, летящего посреди неба. Ну просто как бы для большей точности. Ну, конечно же, за образом орла вполне возможно, что скрывается ангел. Возможно, это тот же самый ангел, у которого была и печать. Возможно, это тот же самый ангел, у которого был кадильница, да? То есть, может быть, это другой какой-то ангел, потому что мы знаем, что еще потом по небу пролетают посреди неба некоторые ангелы. Ну, не суть. Опять же, суть не меняется. Ангелы могут в таком образе, в образе человечества, да, да. Могут и не морлеть. Да, да, вот. То есть сейчас мы увидели, что вот у нас есть, прошли 4 трубы, 3 впереди, Земле нанесен урон. Так или иначе, из космоса ли наступили какие-то, Бог послал там какую-то кару, если мы там буквально это смотрим. Либо это духовно, то есть прошло какое-то это, на людей нашло какая-то вот, и они начали друг с другом биться, воевать, враждовать, там где-то что-то делить или еще что-то. Мы сейчас вот не можем сказать 100%, но мы знаем, что так или иначе оно нанесет урон каждому третьему человеку, который живет. Вот. Хорошо. Мы уже с вами почти 2 часа, друзья. На этом мы сейчас закончим 8 главу Откровений. Я рад, что к нам присоединился Даниил. Еще раз говорю о том, что мы все содержим ту или иную внутреннюю позицию. И еще раз подчеркиваю то, что наша задача собрания здесь в том, чтобы изучать Писание такое, какое оно есть. Мы будем стараться, мы, конечно же, будем стараться образы так или иначе раскрывать. Посмотрите, возможно, где-то вы что-то вот из 8 главы или из предыдущих глав найдете, где образы эти открываются в книге Откровений, либо где-то еще в Библии. Но только в последнюю очередь мы говорим уже свои какие-то там додумки или какие-то сторонние источники помимо Библии. Хорошо? Так что давайте посмотрите, если будут какие-то идеи по 8 главе или, может, по более ранним главам, которые мы проходили, то скидывайте на e-mail, мы будем вот так вот обмениваться мнениями. Понятное дело, что это будут только мнения, но уроки мы обсуждаем только Писание. Хорошо? Хорошо. Ну все. Спасибо вам большое всем. Всех очень приятно было видеть. Всем до свидания.